хреново поколение. Че, я куплю, че? А, Иван все купил. Боже, я с ботинком. А, блин, ты же начинь точно. Все, все, я уже с ботинком. Слушайте, да? А как антимаги нового поколения закупаются? Или хотя бы старого? Щиток топорик обычно. Какая разница? Андрей. Выкинь, выкинь, тангус волош. Что делать дальше? А дай мне пару, не слышишь? Я ты пойдешь антимагу саппортить или мне пойдешь саппортить? Ну, наверное, Киринового поколения все-таки. А, конечно, конечно. Толстый. На самом деле, ты там не особо не нужен. Да, тогда пошел на топ. Просто так подписался, что... На топе там, на самом деле... ПС, рыжий-рыжий, крышечка. Можно развалить. На боте он может это... делать грязь. Криса, дай бог тебе здоровья. И вообще, ребят, дай бог всем здоровья. Это стрим здоровья и добра. Всем здоровья, добра и пейте воду. Спасибо. Знаешь, я все время болею, я хочу здоровья. Вот, вот. Почаще нужно, значит, смотреть трансляции разные, которые неприятно приносят здоровье. А можно в прямом эфире рассказать, Анесса, как заблочить спаун лучше всего? Только у меня на вишне, меня же взяли в нави. Блочь, вот здесь поставишь? Давайте пойдем на руну, подойдем. Не тыкается. Там феникс может. Не, я думал, ты хочешь меня научить, но вот здесь. А, я говорю. Здесь, смотри, здесь секретный варп можно достать. Вот тут. Вот тут? Вы как бы там. Смотрите, любая информация, которая сейчас может это самое поступить, она рискует попасть в передачу ХЗ. Ладно, на самом деле вот здесь самый крутой, но ты и рискуешь провалиться. Типа вот здесь. А, я не найду краешек пиксель. Кири нового поколения будет чекать руну для своего мидера вне зависимости от того, успеет ли он заблочить крипов или нет. Хорошо. Это все в кодексе? Да, это кодекс. Так, а еще Кири нового поколения любит, когда его облизывают на линии. Так, ну ты мне же сказали, что да я... Да там странный этот... Феникс. Похер на него. Кири нового поколения справится. А ну, все понял. Кири нового поколения уже, походу, этого Феникса разматывает. Вот даже вот. Через пирожки. Собственно, в этом-то и прикол. Что это керри нового поколения, он может. Ого, ничего себе. Ой! А что-то бичи какие-то, да, против нас? Ну так это за плюс 3 битва. А, Лола, я на антимаге. Блин, может быть, пора для керри нового поколения придумать какие-то креативные сборки? Да, да, креативно надо что-то делать. Дагон, Этериум. Не, вообще топовый антимаг через дизелятор играет. Это реально топовый антимаг. И не качать первое. Да не, можно качать, это что-то два, тут все работает. Подумали они, подумали и решили, что кто вообще придумал, что турбоэффекты не стакаются какие-то. Что, зря покупают, что ли, люди? Сейчас как нападу на этого парня с големом. Голем в атаке. На, по щам. Разложится по товарам? Ну, разложится, наверное, он. Я надеюсь, что он разложится. Раскладывайся давай. Оп! Раз, два. Боже, какая имба. Я, честно сказать, первый раз видел его в действии. Мне кажется, я не играл в доту с тех пор, как его ввели. О, Урса. Это, подожди, ты про голема, что ли? Да, да. А, не, он нормальный парень. Нормальный пацан, согласен. Слушай. А ты беру патрону? Ну, иди. Пойдешь? Да-да, пойду. Не-не-не. Её не пойдет забирать, парень. Что да. Я за пушу приду. Так, ладно. Пора выдумывать билд новый. Шаг на топ, может быть, с инвизом. Или хостой. С инвизом. Как же ты их обманываешь, факер? Ну, я почти их... Они почти были... Ну, слушай, я их оббежал. Я их оббежал, все было по плану. Да, обманул их просто. Короче, я придумал, это будет связано с Владимиром, ПТшкой и дизолятором. Это идеально просто. Ну, похоже на идеальный билд. А, спасибо большое. Так никого не бойся, не уходи. Не, слышишь, мы сейчас лишь раканами делали. Понял. Это неожиданно. Туда еще голем идет в ганг. Тот самый, с прошлого раза? Ну, это новый уже гонится. Нет, ну вы убьете его раньше, а как же голем? Голем! Да о, еще одного! Следующего голем идет. Тут чё, заблочит? Чё, я нападаю на него. Ща. Ну, я ходу в косты. Надо уничтожать, смотрите. Давай. Опа. Блочит големчик. Боже, как же этот Феникс, ну, поколение кидай, блочит. Кидай камни, глупый голем. Да, нормальный. Один место. Руш 3D. НС. Смили. ПГГ. Вигос. Вейн, два места. А, СП-6. Мерлин Ирмагена, подчеркивание, голый анал секс молот.
3 места. Ну, крайне включена автоатака. Драк 13. Блоу, лост, дряг, 4 места. ТГ. А, я вспомнил. Аст. Рипер. 3 языка. Тут это просто. Google мужик мне напомнил то, что там было вообще. Это, короче, тот Asus, где. Мы уже не могли занять первое место, и за третье место игра там был такой лютый замес просто. А, теперь даже я ее вспомнил. Это была где дерево визаж у вас, да? Да-да-да. Да, это была лютая история. Там вообще жопа. Это боже курица, парни? Конечно. Обось. Кентавр в мид идет гангать. Можем, он без сапога. Ну все, вафли, мне кажется. Смотри, он убегает. Опа, это раз ты ТП, что пацаны, слышишь? Это мид, походу, она там вас будет здесь. Сука, не сработал план. План пиздим его. А, их много тут, слушай. Я их убью. Давай. Я танкую. Блочит его кит. Ах он, пёс. Факет, неожиданно. Да, давай, кентавр! Чё покупать? Ага, не получилось, ничего страшного. Неожиданно. В следующий раз получится. Yeah. Кентавра это. Куда идет юзаешь? Зачем? Поскакал. insideforum.ru. Читы на Dota 2. О, реклама читов на Dota 2. Найс. Ну а чё? Вообще я, кстати, кроме натекис вот эти вот, автовзрыв. Их много. Ничего не знаю. Их много, Андрей. Понял. Оп. Кентавр такой. Чё, много читеров играет? Ну, у меня знакомых штуки 3 как минимум. Понял, и чё там можно вообще читерить как? Можно всё, Андрей. Понял. Тебя видят на мордах, ты это сам видишь. Кулдаун скиллов. Классно. Классика. В общем, классика жанра. А чё-то у меня второй уровень на чене. Чен старого покоря. А ракетку ещё не запустил. Да, он бы просто этот нажал. На мип, на который на базе у него. А маны у меня мало. Блин, какой же у Тимага крутой ласт хит. Угу. Что-то не по таймингу, по-моему. А по таймингу вообще. Так, что делать в такой ситуации? Факер. Я ухожу, например. Человек может быть наверху, ребят. Баунти. Да, Лешрек наверху. И Феникс может быть наверху. Тоже спаун? Манси! Вполне возможно. Просто смотрите, как он мансит, боже. Не, я ТП-шку взял на будущее. Да как ты меня видишь, проклятый Феникс? Проклятый Феникс? А ТП-шка есть, пацан? Один место. Aeon.ru NS Куэрты. ПГГ. Смили. Блоу. Два места. DTS.4X, Денди, Артстейли, Ликтов и Авин, Гоблак, Яле, три места, Планет Икс, Еве, Азапа, Ски, Сейд, Гзбочт, четыре места, Рокс.кис, Санта, Дриадис Бач, Аст, Кыкай, Блядь, Дриадис Бач. Наверное, толкай его в миди, как-то пытайся. Опа, а там тут я уже... Меня протолкали. По всей карте. Вот эти два пацана, сразу-то визаж, нормально. Вот суки. Факер, купи вардов. Что за саппорт? Что за саппорт? Это мне Чен говорит, да? Просто обманывает их, факер. Я лесной. Понял. У меня есть отмазка. Хуй знает. Такси отмазка на Чене, ты же не Энигма. А можно травла, идут на первый? Да? Ничего себе. Ну, визаж, пожалуйста. Я же Кирин нового поколения, ты же не будешь убивать меня? Как мужики? Хочешь тыпну домой тебя, Кирин? Не-не-не-не-не. Сейчас я маску смерти куплю, и будет нормально. Тогда на тебе еще танк. Да. Спасибо. Ты похож на саппорт нового поколения, кстати говоря. Жирному на пельмени. А зверь тупой кусок санца. Это как комплимент. Пусть у него вечно будет ЛП. Адресу доброго здоровья. Так, у меня пока плохие новости, маска смерти не работает. Ну это ничего, я же планировал Владимир сразу делать себе. Все верно. Зато теперь я знаю, почему антимаги не покупают маску смерти себе. Но главное для кэринового поколения это постоянное развитие. То есть, можно стать миди. Миди стоит ли кто-то получать, да. Я буду леса фармить. Я выношу по максимуму из каждой игры. Все верно. Это тот самый момент.
боже мой, ненавижу Чена. Худший герой в Доте. Все как скучно на нем все делать. Да, это... Ты котлу скажи. Ну, котел-то повеселее. Пожалуйста. Задувать-заливать? Ну, геймплей за котла. Вообще, это реально веселее. Это реально веселее, чем вот это говно. Смотри, раздувать совухом и смотреть, как крипы умирают. Просто кайф. Так, слушайте, это что это? Скорее всего, дизолятор тоже, блядь, не будет работать? Да, не будет. Вполне возможно. К сожалению. Было бы здорово, если бы он работал. Тогда зачем я качаю пассивку вообще? Datarating.ru. Мы продали более 4000 аккаунтов с 2014 года. Купи аккаунт Dota 2 с рейтингом MMR на Datarating.ru. Он хочет сервис, мне гарантия. Дорого, но надежно. Ах, он хитер-бобер. Но у нас есть Чен. Опа. Чен есть? Да. Чен так не думает. О, кстати, я 6 уровня, если нужна ульта там, все дела. Могу. Да, но нужна. Ой, на! А, тычку, факер! Какие замесы просто. У меня выжиг. Кентавр. Так, короче, кэрри нового поколения. Да. Мне кажется, нам нужно пропушить линию. Это не вопрос. Это не вопрос, да. О, смотри, тут идет. Дэдис Бач, почему 4 места? Лох. И будут ли игры с Драгом 13? Он заплевывает. Ну, он не попал. Я попадет в кого-то точно. Опа! Я смогу прилететь, если что, если вы там дадите ему. Мы тут нормально уже даем. А, нет. Так не даем. Он скрылся. Кэрри, что это происходит? Я мидер нового поколения. Я понял. Я 2400-го. Это дерьмо нового поколения в Доте. Самое звездитое. Ну, смотри, летит тогда. Это кто? Это Мипа. Это Визаж. А, это Мипа. Давай убьем его. Ой, слушай, что там? Я не могу ТП. Я потратил. Не надо! Ладно, бежим отсюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Слаб. Что он делает? Слушай, он продолжает кидаться. Ну вообще я готов на самом деле убивать людей. Вообще у нас нет ничего. Нет, как это нет ничего? А ты можешь на базу нажать? А, что-то на это тоже нету маны. Так, ну он не летел вроде. Я сейчас пойду до дома сбегаю. Так я сейчас... Хотя нет, я куплю маны. Короче, я сейчас так сыграю жестко. Давай. Дриад избач, 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 жестко, жестко, избач, дриад избач, дриад избач, дриад избач, дриад избач, дриад избач, дриад избач, бля, ребят, ну не надо, пожалуйста, таких веселух. О, тут яйцо. Чё-то не кайф. Да. И тебе одному. Смотри, летит! Не улетел. Все в машинках, все умирают. Лишак на вот, фокс. Так, что там происходит? Возьмем она. Кэрриного поколения, ты будешь брать Battle Fury? Нет. Игрок хороший. И стримы интересные. Можешь собрать? Что за читалка голосом такая? Могу. Меня девушка бросила и ушла к этому голосу. Нарожала детей, и я теперь должен платить. Я просто подумал, что я могу стакать Ancient'а. Крипов. О, а с Engine Yash это должна работать, по идее, или... Работает. Нет, скорее всего, тоже не... Работает, работает. Колено ломается. Работает. Все будешь ломать колени, убивать суставы. Андрей, там убьем в топе? Да-да-да. Все, найс. Он уже мертв. Че все он будет? Да. О, как Кэрри нового поколения его, а? Разъебал. Бля, это много. Целых три птицы летят, Андрей. Кэрри нового поколения знает, куда идти. Захиль, захиль. А, это не Тинкер. Так продолжаем, алло. Да-да, у меня еще ультимейт есть, можете разводить их. Андрей разводит их, пиздец. Андрей разводит, я вижу, да. Андрей, разводи, разводи. Сейчас еще ульт будет. Будет сейчас. Давай, разводи его. Еще будет, еще будет. Вот он, вот он. Хорошо. Сзади птички, можно убить. А там тавр, ну мы не боимся. Я убил птичку. Тут еще птичка летает, смотри.
Ломай, Андрюха, ломай их, Андрюха! Блять, что за молнии? Знаю! Это от лишака, это пиздец, конечно. Это от лишака, сука. А у него 0.3 было, да? Что да. Сейчас... Проклятый ублюдок. Теперь он неудержим уже, проклятый. У меня уже Bloodstone? Да. Ясно, парни. Кто стоял, с лишаком, ребят? 8 раз умер, пацаны. Кто лишака сидит? Ход на миде. А, у меня еще тут проблема, парни. Небольшие есть. У него 900 ман осталось. Парни, как же... Нам плохо. Очень грустно. А может мы пособираем Battle Fury все-таки, парни? Андрюх. Пособираем? А много там? Пока не поздно. Витя, все нормально. Я знаю, что делаю. Я Кирин, я чувствую игру. Понимаешь, я чувствую ее. Ах ты ж пес на визаже. Убивай, пес. Ломай ее. Я сломал. Ладно. Качественная работа. Давайте убьем его. Как бы с кем-то, наверное, тролля надо. Я бегу. Не, мы его не убьем вдвоем. Не, я буду фармить тогда. А если можете сплитить максимум? 400 хп, слушай, да, я создаю спайсуху. Перед новым поколением создаю спайсуху, я пошел тебе помогать. Давай. Вот тот лишь рак идет, парень. Опа! Создай, Андрюха, давай! Андрюха, давай! Все! Боже мой, как же им больно, Кэрри новым поколением! Ну почему? Не надо! Бля... Кажется, их было пятеро. Андрюх, ну смотри, Чен фармит. Не-не, все нормально. Все. На рампу они никогда в жизни не зайдут. Никогда в жизни. Я гарантирую. Все? Все? Как надо? Ой, как же я согрешил сейчас. А что сюда ТП? Хех. Согрешил. А, ты на 2 прокачал это? Я? Да, а что, нет. А зачем? На 2 можно брать. Все, 800 моды. Так. Че, Волош, сыграем где-нибудь еще? Давай. Куда-то я на центр? Я готов сыграть. Давай, поехали. Где а сыграем? Смог, пожалуйста. Или нового поколения. Погнали. Играем в их лесу. Пойдем. Вставляем его, короче, прыгнуть. Ловим сетку. Раз на медиа. Или нет? О, смотри, визаж. Я делал ТП. Контроль. Микри. А, парни, у меня проблема. Почему вот, четвертый импульс? Мимо дагер! Да, я понял, что это игра будет. Пацаны, бить! Ломай яйцо! Давай, на мужичка! А тут нет героев? А тут нет героев, пацаны, я испугался. Тихо! Просто похилил! Все, Керри отошел пока. Лишрак с маной. Андрюха, что делать в такой ситуации? Не знаю. Андрюха, ты слышишь? Лечишься? А я не убью его. Ебать, он контролит, видели? Видимо, не убьешь. Как же он контролит, он реально. Опять переконтролит. Оп, нифига себе, как он тебя размикрил. Перед медалькой у тебя бахнул просто в ноль. Идите. Вот, 13 блудстонов. Я так понял, у него маны мало не будет. А давайте, парень, не будем драться. Давайте не будем, чтобы хорошо, у него больше дредов не было. Понял тебя, понял. Я не, просто делаю спейс. Я делаю спейс. Не, Андрюх, фарми, просто фарми. Спейс не надо делать. Ну я именно буду фармить в тех местах, где я уверен, что я могу фармить. Это и есть спейс. Это правильно, все, пожалуйста. Это игра Кэрри нового поколения. Так, выиграли. А у них две медальки в команде. Много не бывает медалек. Всем по медалек. Варта нет, то есть. Ну один будет. Если кто-то хочет разбить у нас. Возможно, Кэрри нового поколения на Чимаге стоит качать ульту на 2, но. Ой, ул есть. Не знаю. Как же плохо, парни, теперь все стало. Блин, Кэрри нового поколения, что-то. Как-то не идет, пока у нас. Пока нет. Почему? Ну, это же потому тренировка. Керри, он в лейте хорош. Вначале он. Ну да. О, этого, блинкость еще. Кого? Была информация, была. Он не расконтролит. Никнейм у него еще обиден такой, пиздец. Асука. Это из-за нее месседж. I'm sorry. А ты разбираешься, что ли? Конечно. Блин, по-любому уже снимают аниме про Кирин. О, слышь, смотри, ломаем, отвечает он. Да, что ли, реально, сутали. Ну и все, вот он камбэк. Изи. Камыч. Ваня, наверху надо быть. Это птиц летит. Наверх я готов, если что.
Бля, я тупое ТП делаю. Ребят, я тоже тупое ТП делаю. Я отменил ТП, а чё мне туда ТП шить? Altisleep.extrema.club лучший РП-сервер. Ещё один, ломаем. Тебя ж подняли всё равно не из-за того, что типа я начал ТП шить. Он взорвался! Блядь, Altisleep.extrema.club. Чё мне так больно залетело? Лучший РП-сервер Altisleep.extrema.club лучший РП-сервер. Похуй! А! Нет! Мало, мало. Пожалуйста! Бля, это почти как момент с Трантом и Энчантрас. Сейчас был. Это был он. Ой, боже мой, сраный Ченк. Насколько я ненавижу этого героя. О. Нам предстоит долгая, интересная игра, ребят. Слушайте, а может реально БФчик замутить? Пожалуйста. Важно, важно. Сделать? Пожалуйста. Да-да-да. Все, я понял. Как раз Квинник Блэйд. Я просто помню Эвериджи Марнаш и врагов, типа, просто, парни. Ну там 48. Да. 49. Ну, у нас защита, как бы, хорошая. Да. Здесь у нас на шестиугольнике, вот на этом. Дефенсив. Да, у нас новый угол. Так. Можно Рошана еще убить. А что можно купить полезного? Хекс, можно. Значит. Ход время метас. Примерки, парни. Примерки, против Зитака. Я топ зафармлю, пожалуйста. Ярослав, надо убивать Тирошана. Пойдем. Ты купишь смог? Да. Отлично. Надо крипа взять одного. Давай, я тоже могу посмотреть. Оп. Нормально. Еще. Решачок. Нападает. Убивает. Он без маны, парни. У него кулдаун этого. Как его? Взрыва. Все, погнали. Давай. А может убьем лишачка на здесь? Вообще можно, а кто-то его подцепит? Я делаю ТП. У него 300 маны из 1000. Я отчиняю ТП. Ладно, пойдем в Рошана. Пойдем. Правда, сейчас там какой-то хуйло будет руну забирать. И я хуйло слушать, скорее всего, стрим. Баунти, ну это я не откажусь. Все, пошла катка. Кентавр, пожалуйста. Блин, а Квеллинг Блейд не работает на Рошана. Придется выкидывать. Блять, а как? Не, лучше стики выкину. Ребят, вот. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну не надо! Согласен! Эх, сейчас бы стримчик посмотреть. Зачем? Зачем он это сделал? Заливай их, задувай их, Иван. Задувай их. Так, ладно, с Рошаном отменяется. Ну, отмена, да. Но у меня выход в этот самый. В Блейд? Батл... Кто это был? Феникс? Феникс, он. Так, вот так вот они играют. Ну ничего страшного, ничего страшного. Да я в решачка бахну, как бёрнинг пару раз. Нам нужно, чтобы решачка маны не было. А у нас есть Иван. Иван, качай. Иван, качай монолик. Я качаю. Макси его. Куда? Вижен. Сюда. Достал. Или вот сюда. Боже, у нас еще гирокоптер на кэре, парни. Так это наша игра. Причем по смотрите, лёгкая. Очка будем убивать? Мы можем. Только у него маны много. Но я пошел. Давай. Не надо, не трогай меня. А, всё, он... Что, он от меня бежит? Все, я ракетку просто тапнул твою. Так, а еще есть ребята на помощь? Так, мне сейчас нужно отойти немножечко. А, ну хорошо, как раз есть возможность. Чё-то так больно стало. Заигрались, пацаны, просто. Да, слушай, ракета не макшная, вот она проблема. Ага. Да, это проблема, так-то, это единственный наш контроль. Мы могли сконтролировать, но... Эх. А квадро была там, блин, у Лишерка, правильно? Нет, непонятно, на самом деле. У Ми... Лишерка тоже трвала есть. Трвала. Да, у Мипа нет трвала. Так, ладно, я хотел качаться, но что-то психанул немного. Андрюх, пока не поздно. И Vision, please. Да, Vision, это очень важно.
Это страшненько заходить куда-то. Вот, вот, вот он. Ой, да. Я живу пока. Живи. Нет, живи. Отмена, отмена, отмена. Растолкай! Хорошо. Сказано, сделано. Так, Ярослав. Я засейвил себя, я засейвил. Как же ты ебошишь? Блядь, нет. В скобочках. В скобочках. Боже мой. Ну если бы ты засейвился, это был бы царский сейф, пожалуй. Я на самом деле не ту кнопку, я нажал просто C вместо V, а оно рандомно кого-то выбрало. Вот слышь, это надо вот это Disable Health, да, ставить галочки? Да. Я поставил. Оно рандомно просто вызвало, и все. Ладно, ближайшего героя просто вызываете с тракарта, куда-то жбакнул и просто на землю. Так, у нас есть шансы на победу в этой игре? Да. Шансы есть, если мы прекратим это делать. Я еще настроен, ребят. Я Ой, тоже настроен. Я сейчас пойду лишачка взорву, если он покажется. Давай. Он показывается. О, и ты всех взорвешь вместе с ним, давай. Он убегает. Потому что он слушает стрим. Боже, что я. А, похоже на то. Нет, просто красавчик. О, мибарчик, помощь. Убейте, убейте его. Там моя есть, ребят, был. Помощь, ребят! Развернись ко мне. Ладно. Ребят, Ваня, беги. Ваня, ты единственный, кто нужен. Черт. Я бы побежал, но... Ваня, отбивайся. Да нет, теперь только Витя отбивается. Ну, Витя, значит, отбивается. О, так это Фит. Понимаю, я против, все равно Фит. Давайте драться. К сожалению, все мертвы, но мы хотим драться. Растик! Ой, еще дай разбился, отпусти. Изи. Ладно, I'm done. Хорошо. И когда команда уже не верит в победу, керри нового поколения начинает свой путь. Будешь как этот, I'm Juggernaut? Начинает свой путь керри нового поколения. И вот так начинает свой путь керри нового поколения. Давай, прыгай вперед, прыгай! Прыгай, керри, верь мне, верь суппорту! Верю! Давай! Да-да-да-да-да, я тебя тыпал, типа. А, понял. Где же синергия без слов? Непонятно. Опа! Крипчика, готов. Беру крипа. 1000 хп, ничего себе. Надо больших. Может тепиться. Сейчас возьмем больших. Так. А ты тоже неплохо. Пошли играть на dota.ws. И начинается наш рассказ. От чистого сердца медицинского женского общежития номер 4 хотим поздравить Андрея с этим праздником. Ребят, он умрет, сразу же появится и у нас прямо на базе, и нас убьет по фонтану. И просим поставить песню Филиппа Бедросовича Киркорова «Полетели». Боится. Можно? Мы показали силу свою. Вот крип. Давай. Он на разведку идет. Ничего он не идет. Давай ТПшнуться пофармить. Наверное, ТПшнусь. На крипа ТПайся, смотри, он бежит. К сожалению, в лесу нет денег. Лишра гонится за ним! Гонится! Спасаем его! А! Вот он, что. Ну-ка, подожди. Так, снизу был Растик, хорошо. Продолжаем сплит-пуш. Растик с центрами тут. Феникс с лотусарбом там. Опа! Бам! Есть пропало ты что там? Персервиленс есть. Давайте на боте, парень, там мипа без босса. Без Аегиса. Он с тревелом ми, с тревелами. Форсик будет потом? Ну, будет, наверное. Что за герой такой? А, больно что-то. А меня? Так, у нас Кирис второго поколения нету, убили. Не, на самом деле это просто связка, антимаг, герокоптер, она, да, типа, да, она да. Не выигрывает игры, к сожалению. Да, видели. А у нас на пике это. Был. На пике синий? Ну, у нас, типа, аналитики сразу отметили, что герокоптер и антимаг, типа, в комбинации, они, типа, не очень играют. Да, видели мы уже эти попытки. Слишком жадный пик.
Ну да, откровенно говоря, то есть... Очень много надо фарма, и как тяжело играть против давящих. Да, конечно, это все закрепляется тинкером, это неплохой вариант. Но тоже, как бы на троих поделить столько денег, тинкеру тоже там много надо. Ну, а Котл тоже что? А он ворует, Тоже человек Котл. Ну и вот, по итогам у нас, конечно, небольшие косячки. Минорные. Да. Может, все-таки пойдем играть на Dota.WS? Так, в этой ситуации нужно что-то делать. И что ты думаешь? Лопни. Керри нового поколения. Где он? Вот он. Вот он, вот он. У него 1500, 1400, 1200. Эх. А, ты уже без МП. Сюда, блядь! А. Я на экспу. Андрюха. Андрюха на экспу. Всем привет. Нормально, нормально. На экспу. Разводи, разводи. Оба. 5 на 5. Без взносов. Ах. Идет розыгрыш Иммортал. Так, ладно, ребят. Что-то слишком много рекламы. Я, наверное, поставлю побольше этот самый... Больше рекламы. Лимит денег. Я поставлю, ребят, 250 рублей, потому что реально, по-моему... Вы тоже уже немножко устали от этого голоса Discovery, чувака, конечно, очень приятный, но реклама реально слишком дохуя. А тебе рекламируешь что-то? Ну там постоянно, типа, какой-то это, реклама за соточку. Мне сегодня DotVS за 2000 рекламу захерачило. Нормальная реклама. Ну да. Ну, то есть они сначала, типа, по 50 рублей, 50, 60, 200, 600, 1000. Рейзит? Ну да. Я говорю, я им говорил, что не заманили, они повышали ставки. А потом заманили все-таки. Так, что там поманили шачка? То есть тебя можно купить за 600 рублей? Иван? Нет, меня купили за 1300. Я хочу поговорить с Иваном. Блядь, на экспу не успел. Ярослав, я в Москве буду в середине сентября, поэтому... Хорошо, 1300 я отложил. В левом кармане. Хорошо. Так, кому бы мановоида дать? Вот эх, сейчас бы 47 въебать. Кому бы дать мановой, это есть идея! Хорошо. Бёрнинг. На антимаге. Да, ребят, конечно, возможно, вы не впечатлены игрой Керри нового поколения, но